4 ноября наша страна отмечала День народного единства. Праздник был учрежден 10 лет назад в памяти о событиях почти 400-летней давности, связанных с освобождением Москвы от польских интервентов и с окончанием смутного времени. День народного единства во многих городах России отметили в библиотеках, парках, музеях, кинотеатрах. В Электрогорске празднование прошло в Доме культуры. И хочу сказать, что в истории нашего государства много было исторических моментов, очень важных, когда вся страна без исключения вставала на защиту и поддержку своих семей, родных людей и, конечно, великой нашей России. Представители общественных организаций, предприятий и учреждений города вспомнили различные события, объединяющие наш народ, начиная с времен Великой Отечественной войны, заканчивая сегодняшними. Хотел бы сказать большое спасибо организаторам данного мероприятия, что предоставили такую хорошую возможность выступить от имени партии «Единая Россия». Почему? Потому что в основу образования данной партии также положен тезис единства, сплоченности, ответственности и патриотизма. В завершение праздничной программы выступили артисты и творческие коллективы города.